лауреат 4 международных конкурсов, пианист Павел Мерсисян. Ну, жизнь его складывалась типично для большинства наших лауреатов. Павел учился сначала в музыкальной школе при Московской консерватории, затем в самой консерватории под руководством профессора Сергея Доренского. Интересная деталь. Уже будучи лауреатом 3 ответственных конкурсов в Австрии, Испании, Японии, Павел Мерсисян по окончании консерватории 2 года работал просто концертмейстером в одной из детских музыкальных школ. Другого применения его таланта и умения тогда не нашлось. Но сейчас все стало как будто на свои места. Павел Мерсисян – ассистент своего профессора в Московской консерватории. И совсем недавно он одержал свою 4-ю победу на международном конкурсе в Ирландии, в городе Дублине. Он стал обладателем 1-й премии. Интересно, наверное, вам будет узнать о том, что программа конкурса в Дублине свободная, а потому можно надеяться, что само это соревнование творческих музыкантов будет популярным очень скоро у нашей творческой молодежи. Итак, знакомьтесь, пожалуйста, наш гость, пианист Павел Мерсисян, лауреат 4 международных конкурсов. Пожалуйста. Thank you.
Спасибо. Успех.